Сегодня мы создадим анимированный клип. Нарисуем машину, которая передвигается по экрану. Сначала в режиме дизайна нарисуем кузов автомобиля и два колеса. Чтобы создать анимацию, переходим в режим анимации. Передвигаемся на временной шкале на 1 секунду вперед. После этого прокручиваем каждое из колес вокруг его оси. Щелкнем правой кнопкой мыши по точке на временной шкале. В выпадающем меню установим повтор для каждого из колес. Теперь колеса будут крутиться непрерывно. Соберем нашу машину. Удерживая кнопку Shift, выберем кузов и каждое из колес. Выберем объединение. Теперь нам нужно, чтобы машина передвигалась по экрану. В нулевой момент времени мы выносим ее за холст, а в конце нашей анимации она практически исчезает. Посмотрим, что у нас получилось.